Всем привет, бандиты, вольные сталкеры, и с вами, как обычно, я, сталкер-планерщик. Это Сталкер Онлайн, мой персонаж Флюги Генхаймен, и это СПБ-сервер. Мы стоим тут рядом с Егором Стрелком, но он нам не интересен. Нам интересно вот то место. Я подготовился, в общем, к этому ивенту. Давайте спустимся. Взял с собой ППШ, взял с собой 104-й свой, без оптики, без ничего. Ну, двинули потихоньку. По классике у меня куча магазинов на ППШ, ну и так, немножко взял магазинов на АКМ. Я думаю, все-таки основную роль будет ППШ играть, если вообще нас там не сожрут. Давайте немножко перекусим. Конечно же, я вкалю психу, хотя, с другой стороны, тут бежать недалеко-то, по большому счету. Но я не знаю. 30 секунд на психе отлежать. Или добежать. Но если вдруг мы умрем. Для этих целей у меня есть энергетик. Если вдруг что... Ой, нет, давайте тут не будем спускаться, опасно. Мы вколем энергетик и добежим с точки РС. Сначала пойдем деревеньку зачистим от всяких злобных нечисти, которые там бегают. Зайдем в дом и попробуем именно в доме. Других вариантов, я думаю, нету тут. Контролить только вход и попытаться отбиться от собак. Да, их дофига, их 200 штук, этих собак. Посмотрим. Мощь ППШ хватит, надеюсь. Собаки-то все-таки обыкновенные. Наверное, дикие псы. Паша с ними должен нормально расправляться. Ничего, у меня на всякий случай с собой калаш еще есть, плюс. Если не получится таким вооружением. Имеется пулемет, поэтому если что, с пулеметом замутим эту тему. Но пока пробуем с Паша. По идее, это самый легкий ивент, и его, в принципе, можно выполнить одиночкой. Ну да, тут, конечно, сноровка тоже нужна. Так, стоп, нам не сюда надо. Нам же вон в тот домик, который этот, точно, я что-то заблудился. С другой стороны, можно пока собачек зачистить. Во, вот сюда нам. Будем здесь. Надеюсь, они не появятся. Собаку ловить. Хотя процесс быстрый. Во, вот здесь, думаю, оптимально. Прям сядем и с ППШ будем, короче, всех ложить. Главное успевать вовремя перезаряжать. Ну что, я готов. Ну, вроде да. Ладно, давайте энергетик на всякий случай сразу вколем. Бегать куда-то придется быстро. Конечно, вколем сразу психу. Доступно. Ну, погнали. Секунд, 2, 1. Поехала. 196. О, понеслась. Будут ли они сюда забегать? А я не знаю. Что-то никто не бежит.
Нет, собаки имеются, но они не бегут. А во-во-во-во-во. Все, я понял, короче. В общем, когда ты в доме, они на тебя не нападают. Ни границы, что ли, здесь. Да-да, выходишь из дома, смотрите, и они нападают. Вот сейчас мы из дома выйдем, и они побегут. А вот леши и леши забегают. А, вон как те. Теперь мы будем... Я-то не знал, что такая тема. Держимся, держимся. О, ну мы только убили собак 17. Я не знаю. Надо как-нибудь, наверное, прицельнее стрелять. Ну-ка давай попробуем с калаша. Когда они бегут к нам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, сейчас сожрут, сожрут. Что-то как-то пошло не так, все пошло не так. Мы убили всего лишь 20 собак. В общем, в дом они не забегают. Граница, вот почему они не подбегали к дому, потому что граница. Они-то появляются там где-то в центре, а тут граница, и они за нее не заходят. Теперь понятно. Две минуты. Не, ну я сейчас не убью. Но я-то думал, это из-за дома зависит. А оказывается, это не из-за дома, Блин, не успел. Походу, мы провалили эту тему. Ладно. В любом случае, что бежать, что идти, примерно. Даже бежать мы будем дольше, чем лежать. Поэтому пока не будем. Значит, если они тусуют там, в центре, надо выбирать крышу. Домик где-то там в центре, и тогда мы будем в радиусе. Они бегают, но тут прям граница, походу, прям вот самая граница. И надо прицельно стрелять. Да что? Проще было добежать. А, смотри, как я упал. Ё-моё. Интересно, как я встану? Вон он я. Ноги в доме, башка наружу. Вот, смотрите. Ствол в руках, нога тут торчит. Да, это было эпично. Минута 37 осталось. Ну ничего, мы на гурман сбегаем, у меня там есть еще детальки. Вот эти скобы. Да вернемся. О, нет, я в доме стал. Нормально. Еще повоюем. Вот, сейчас нападут. Не, ну реально, реально. Видите, я просто много времени валялся. Я думаю, 100 собачек грохнуть как нифиг делать. 43 убили. Да, тут лучше с калаша стрелять. Калаш прицельный. По две, по три собаки будут приходить сюда и убивать. Провал. Да, с калаша лучше будет. Так понемножку и кошмарить. И в принципе, если не умирать, то не успевает.
Можно, конечно, попробовать куда-нибудь залезть, к примеру. Вот сюда. Вот. Давайте мы сейчас еще полазим, посмотрим, где тут можно скрыться. Но сюда неэффективно залазить, они внутрь забегут. Может, не забегут. Мы не знаем, надо проверять. Сейчас меня телепортнет отсюда. В любом случае, 50 собак мы настреляли. Это, конечно, даже не половина, но шанс есть. Я валялся 3 раза мертв. Лупить прицельно понемножку. И, в принципе, да, мы справимся. ППШ тут нафиг не нужен. Побольше патронов на калаш. Сейчас меня телепортнет обратно, и мы двинем. Нас, конечно, телепортнет только на переход, но это не страшно, на последнюю точку сохранения. О, пока собак порежем. Возьмем еще детальки, зарядим. ППШ не будем с собой вообще брать. О, мне голову как раз для гурмана нужно сейчас попилить. Давай, надо было раньше пилить. Три секунды. Одна секунда. Ноль. Ну что, мы двигаем на гурман и попробуем еще раз пройти. Вот я опять бегу с гурмана. В этот раз у меня 2 АКМа. Взял с собой все магазины, которые у меня есть. Я их так и не посчитал. Ну дофига. А, вареные лапки. Ну и, конечно, гвозди. Даже без них. Психи у меня нету. Покупать не стал, потому что я так подумал. У меня есть энергетик. Пока ты там лежишь, тем более можно умереть в неподходящий момент, все собаки второй раз съедят. Ну, мы это все проходили, 3 раза меня убивали вроде на таком простом месте, но проще действительно добежать будет. Местных псин убиваем. Они нам не мешали. О, так. Ну что, попробуем еще раз. Надо же еще местных жителей убить, которые там живут. Я что-то про них забыл. Но здесь проблем не возник. Кошмар. Ну что, я поставил оптику. Да, тут нужно прицельно стрелять, пока перезаряжаешься, выходить. Чтоб собаки. Правда, собаки же такие собаки. У нас 4 минуты еще. Thank you.
21 собаку только убил. Что-то как-то не густо. Совсем не гус. Так, это обычная собачка. Дорого собак тут купили. Убил. Да, не густо, не густо, если честно. Минус в том, что они когда убегают, они в воде уже. Да леший, кого тут только нет. Вдвоем этот ивент прям отлично будет проходить. Один сидит на крыше. А один в доме вот тут. И просто идеально. В общем, я убил только 60-61 монстр. В следующий раз будем пробовать где-нибудь на крыше, но только там, в доме. В этот раз больше, чем предыдущий. Не поспоришь. Ах. Чуть-чуть рискнул, не стоило. Так, ну в итоге 36 секунд осталось, мы убили 86 мутантов. Ну, почти половину, да, почти. То есть, в принципе, я половину бы мутантов убил бы. Вот и сейчас не умер. То есть, половина. Надо теперь ускорить процесс, чтобы не половину, а всю убить. В принципе, да, так получается. Но мы, наверное, не успеем уже добежать. Смысл торопиться туда? Нет, 30 секунд. Ну да. Давайте возвращаться обратно. Сейчас мы возьмем еще скобы и вернемся. Только в этот раз попробуем где-нибудь на этом, на крыше залезть, на крыше дома и оттуда пострелять. Ну что, попытка номер 3, но в этот раз я иду не один, а со сталкером. Бегу я, значит, с гурмана, сталкер мне пишет: «Го на паука». Но я говорю: «Не, я на ивент». Он такой: «А на какой?» В общем, я им сказал, что на колокол, и мы с ним идем вдвоем. На что? Как раз проверим вот эту теорию, можно ли на крыше здания и внизу, и пройти этот ивент. В принципе, я настрелял в предыдущий раз половину собак. Ну, там, если бы я не затупил, я слишком долго на выходе стоял, я бы еще бы 30 секунд продержался и соточку точно бы наколотил. Так как нас будет двое, то есть он будет на крыше отстреливать собак, которые бегут, а я буду приманивать их на входе. Думаю, оптимально будет. Он там в безопасности будет, а я уже примерно понимаю, как все действует. Ну и все. Я думаю, вдвоем мы собачек настреляем. Тем более, если он собрался на паукана, значит, он заряженный полностью. Сейчас прибежит. Мы его дождемся. И двинем. Попробуем. Так как я просто экспериментирую, как можно там в одного, не в одного. Почему бы не потренироваться вдвоем, не пострелять, правильно? Потом, конечно, я еще попробую в одного пройти. Ну, там буду другие места искать. Но вот этот дом, я думаю, в принципе, идеален для двоих. Один вверху, один внизу. Сейчас как раз мы это и протестим. Ждем сталкера и двинем. Так, ну что, мы на месте. Надо сначала зачистить, а то, как я в предыдущий раз.
получится не особо хорошо. Так, ну что, сталкер наверху будет, а я внизу. Вот так вот. С разбегу. Ну, сейчас он залезет. Получится, никуда не денется. Вот, я думаю, оптимально будет. Он будет отсюда постреливать сверху. Ему удобно будет. А я буду собак приманивать. Прям вообще зачетно будет. Знаешь как? Чуть с разбегом. Во. Ну что? Поехали. А я взял с собой? Да, взял, а то что-то подумал, что не взял. Попытка номер какая там? Третья, четвертая, пятая? Пофигу, не знаю. Доступно. В общем, мне 100 собак надо накошмарить и ему, и потом собаку матку. Пошла возня. Вот, если они будут убегать, он их будет сверху подстреливать. О, идеально, вдвоем мы нормально стреляем. Быстро. Главное мне вовремя приманивать и не умирать. Вот 22 штуки уже. Минуты 36 собачек. Что-то как-то маловато. Мне кажется. Давай. Сверху там их кошмарит. Thank you.
68. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько? Толпа прям. Мы убили, и 2 минуты осталось. Ну блин, как-то медленно мы, ну шансы есть. Шансы есть. Ты нафига спустился? Сейчас я попробую залезть. А, он не знает же, как проходить, может. Ты не знаешь, что собаки сюда не бегут, что их надо выманивать. Но сейчас писать об этом нет. Так мы друг друга убьем. Ну что ты, ну сказал же сидеть на крыше. Что непонятно. Ну и как мы теперь вдвоем стрелять? Видишь, как в чем был? Все, не пройдем. Три секунды и 93 монстров. Ну да, половина. Я, в принципе, половину и так убивал, но тут без вариантов. 46 секунд осталось. Ну, все могло получиться, только надо более прицельно стрелять, и не надо было ему спрыгивать. Может быть, и мы не успели бы, но мы хотя бы потренировались.